воздух-то какой, а? А природа-то какая, а? Ого! А люди-то какие? Ничего себе. Что? 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 Отдохнуть приехали, да? Ну да, отдохнуть. Кошмар. Ну это, главное, подлечиться. Тут говорят, у вас медицина, ого-го. О, да. Да. Тут медицина, ого-го. Ну вот, я... Да, главное, не пропускать. Ага. И будешь... Как огурчик. Как я. Мал огурец будешь. Да. А я вот только приехал, да. Вот. Ты сам откуда такой? Я из Донецка, а вы откуда? Моя с электрофореза такой. Ой-ой-ой. Да. Так, я понял. Значит, на форез я твой не пойду. Да. Не, ну раз оно имеет такой странный... Что? Ничего. Не, показалось. А оказалось, иди. Да? Эффект налицо. Ага. Да. Слушай, а ты поподробнее про свой форез расскажи-то, а? Ну а что? Что? Зашел я в кабинет. Ага. Там, значит, девушка. Девушка. Девушка, да. Да ну. Не. Ну ладно. Не. Девушка там. Девушка, да. Ага. Ну. Страшная, что ли? Не, почему? Симпатичная. Да, показалось. Показалось, да. Да. Говорит, вот тебе проводок. Проводок. Да. Подключи к самому здоровому месту. Ну? Я же не знал, что речь идет о размере. И подключил. А, туда, что? Да. Господи боже. Да. Ага, ну и что, и что? Она говорит, вам сколько включать? А, ну... Ну да, у меня же все включено. Вот она мне все и... Включила. Господи, да. А ощущения какие вообще, а? Ощущения, ну, как тебе сказать, ну, ты колбаски на решетке жарил. Ну, подожди, непонятно, ты угря коптил? Ты кабана смолил? А ну да. Вот, то же самое, только кабан живой. Господи. Живой был еще тогда мой кабанчик. Кошмар. Да. Так, понятно. Значит, на форез я твой не пойду. Значит, на массаж. На массаж схожу, и все нормально. Я тоже думал, массаж и все. А там-то что? Пришел, думал, массаж спины. Но. А оказался массаж... Да вы что? Да нет. Чуть ниже спины. Простите. Не простите, а простаты. Оказался. А это как вообще? Ну как, зашел в кабинет, ага. Там, значит, девушка. Ага. Ну! А, это симпатичная, да? Нет, страшная, а показываю. Да, говорит, встаньте так. Как? Встаньте так, как будто, ну как, ну, ты клубнику собирал? Ну, как-то непонятно. Ты флешку в компьютер вставлял? А, ну, ты недавно с Россией за газ договаривался? Непонятно. Ну, короче, станьте так, как будто не ты, а тебя. А, я... Вот, я встал. Ага, ага. Она мне как... Да. Я ж подлетел. Ага, да. Говорю, девушка. Да. Она говорит, шо? Что-то не так? Я говорю, нет, шо? Что-то не там. Да ты шо? Да. А это ощущения какие вообще? Какие там ощущения? Ну да. Ну, как тебе объяснить? Ну ты сваи в бетон забивал? А да не строитель. Деревце в сухую землю вставлял? Не натуралист. Вот пальцем в носу ковырялся? Да. Это не нос. О как. Да. Кошмар. Так, я понял. Значит, на массаж ходить тоже тяжело? Не, тяжело ходить после. Массажа. Так, слушай, раз ты тут все знаешь, подскажи, у меня в карточке написана какая-то... Где она? А, вот! Уринотерапия! Это что вообще такое, а? Это... Полезно. Да? Да. Так, а что это такое-то, а? Ну, значит, надо пописать, ага. А потом выпить. Зачем? Наверное, чтобы потом опять пописать.
Так ты что, выпил, что? Да, и пописал. Кошмар. И главное, никакого сервиса. Да, что? Хоть бы дали лимончик. Ну как, да. Конечно, без закуски ж вообще никак. Как. Кошмар. Ага. Или в холодильник бы поставили. А зачем? Ну, чтоб тянулось. А, ну конечно. Сервис ноль. Сервис ноль. Сервис ноль. Ноль. Понятно. Так я все понял. Значит, я на процедуры вообще ни на какие не пойду, да? Я почту, пойду, обследуюсь и уйду. Все. Я тоже думал, пойду, уйду. А что? Они говорят, надо чё? Кишку глотать. Ой, я как ее увидел. Ага. Говорю, а можно не целиком? Ага. Можно я ее прожую? Ага. Они говорят, нет, надо не жуя. Ага. Я говорю, не жуя у вас не выйдет. Ну и что? Вышло. Ну, этих докторов все выходит. Да. Да. Наверное, кишку глотать это самое страшное. Самое, если б не пиявки. Что еще за пиявки? Целебные. Это я понимаю. Мне одну медсестра поставила. Ага. Говорит, не бойтесь, она пососет и отпадет. Ага. А сама вышла в коридор. Но. А эта пиявка вниз полезла. Куда? Куда? Ну, куда надо? А куда надо-то? Куда не надо. А, туда что? Да. Не смешно. Не смешно. Так до сих пор и не отпало. Живет он меня там. Катюша. Да, Наташкой назвал. Наташка? Да. Так ты теперь на ней жениться должен. Да. Так, я понял. Я понял. Вот спасибо, товарищ. Ты мне, кстати, очень сейчас сильно помог. Да. Да. Поезд домой когда? Не спеши. Не-не-не, все. Ты еще клизмы не прошел. Так, что еще за клизмы, а? О-о-о, очищающие. Это я тоже понимаю. Да, я курс прошел. Угу. Еще одна. Еще одна осталась? Еще одна стоит. Господи. Чистит. Ага. Да? А как это с клизмами там вообще? О, легко. Да? Да, значит, слушай. Ага. Заливают в тебя ага. литров 20 воды. Серьезно? Ну, по ощущениям. Ага. Да, и говорят, сожмите свои... А, ну... Плоскогубцы. Да. Короче, сожмите ага. и терпите. А зачем терпеть-то? У них туалет в соседнем корпусе. Ясно. Ну, я сжал свои пассатижи ага, ага. и пошел терпеть. И пошел, да? Иду. А, быстро вообще? По ощущениям, как ветер. Ну да, конечно. Лечу. Ну да, лечу. Ага. Чувствую. А. Ой, не домчу. Ну, конечно. Ай-яй-яй, ну ага. надо мчать. Плоскогубцы-то не железные. И я мчу. Ага. Мчу. Чувствую, но держусь. Так. И тут навстречу мне бабушка. Бабушка. Со старенькой. Ну, сумкой такая. Да. Сумочкой, ага. Говорит, сынок, через дорожку не поможешь перевезти? Ой-ей-ей-ей-ей. Ты, ну, когда? Пожалуйста. Как культурный человек, да. молодец. Да, и помчали мы дальше втроем. Втроем? Я, бабушка и плоскогубцы. А, ну да, конечно. Мы летим втроем. Чувствую, не выдерживаю. Да. Говорю, бабушка, а? Бабулечка, бабло, Шо? Ты плавать умеешь? Я понял. Да. Я понял. Я вот, кстати, сейчас только понял. Да. Как же, что раньше-то я не понял. Поездом-то оно долго будет. Самолет где? Дончанин. Не-не-не, все, дончанин. А, последний вопрос. Ну что еще? Что тебе еще? Ну что? Ты плавать умеешь? Да пошел ты!